Всем привет! Сегодня я хочу поговорить на тему закрытых дверей. Сегодня буду говорить про закрытые двери, потому что мне задали такой интересный вопрос в моем телеграм-канале. Анечка задала. Аня, спасибо тебе огромное. По поводу того, что если мы стучимся в какие-то двери, значит, то, что мы делаем, это не наше. Вопрос совершенно изумительный, потому что я тоже стала задумываться. Интересно, а так ли это или нет? И знаете, здесь нужно разделить. Здесь нужно разделить двери и то, что вы делаете. Вот двери – это про других людей. То, что мы делаем, дело, которое мы делаем, это про нас. Двери нам всегда открывают другие люди через помощь, через поддержку. А дело, которое мы делаем, это вот про нас. Это про то, а наше ли это дело. Понимаете? И сейчас я поясню. К примеру, вы что-то делаете, и у вас не получается, да? Ну, не получается. Люди не приходят, ваш продукт не покупают. Но это еще не значит, что это не ваше дело. Понимаете? Может быть, пока вы еще недостаточно профессиональны в этом деле. Может быть, вам нужно чему-то научиться. Может быть, вам нужно немножечко повзрослеть и, ну, как-то измениться, трансформироваться, понимаете? И если то, что вы делаете, вы этим горите, и если то, что вы делаете, вы не можете не делать, ну просто не можете не делать, даже когда вы устаете, говорит, ну не получается, все, и больше не буду этим заниматься, ну не буду и все. И все равно через какое-то время вы опять начинаете это делать. Но это ваше дело. Просто нужно, значит, где-то немножечко вырасти, чему-то еще научиться. А двери, когда мы стучимся в какие-то двери, это поддержка других людей. И если вы что-то делаете и предлагаете кому-то, да, то есть вы стучитесь в разные двери, и вам не открывают эти двери, это не значит, что это не ваше дело. Это и вы этим делом горите в то же время, да, но так получается, что нет у тех людей, которые вот захотят взять то, что вы делаете. А значит, еще пока не пришло время, значит, пока еще вы, может быть, сами не готовы к этим дверям. Надо дальше стучаться, идти, потому что пока мы стучимся в другие двери, пока нам не открывают, мы учимся чему-то. Мы учимся, во-первых, смелости, потому что это же надо набраться смелости, кому-то что-то предложить, да, постучаться даже в эту дверь. Мы набираемся смелости, мужества. Мы учимся также выставлять границы. Мы учимся предлагать себя. Мы учимся слышать и слушать других людей. И вот пока мы идем от двери к двери, пока мы стучим, и вдруг в какой-то момент открывается та дверь, вы даже еще не успели постучать, а уже кто-то говорит: «Господи, как это классно! Я хочу то, что ты делаешь, и я готов тебе помочь. Это супер!» Вот это про открытые двери. Да? То есть вы поняли, что двери – это про других людей, а то, что вы делаете, это про вас. И если то, что вы делаете, пока еще у вас, как говорится, не выстреливает, ну, здесь надо подумать, почему. Может быть, пока не время, как я уже сказала. Вот. Вот такие озарения. Ань, спасибо тебе большое за вопрос. Задавай побольше. Да, ссылку на мой телеграм-канал я оставлю в комментариях. Присоединяйтесь.